Официальное открытие предлагаю здесь вот эти наши шикарные майки. Вот тут мне подсказывают, что Леша Кубович еще и наградят. Да. Вот. А поло с гербом оденем на награждение. Награждение, согласен. Мы все против. Вот тут есть человек против. Но так как демократия умерла вчера в нашей команде, отсеваем майки. Да, вот просто. Вот он. Снял? Ты снял? Снял уже. And black drum. Пол-литра на человека, сегодня даже больше. Это твоя крыша, это моя крыша. Да? Сейчас я рыбу подошла. Рекорд, кстати, вчера много было, можно было меньше. Где мусор? Мне уже нравится. Замажем, что гроз. Судя по цвету, чистый практически. Есть такой красный флюорист? Возьми итальянский. Если мы не включай несколько, я про тебя и говорю тоже. Меня покупают. Вообще страховки нет очень. Плетню отрезало вообще. Да? Ровно. Шок ставь. Thank you.
Давай сейчас закупим пару килограмм шампуня. Давай попробуем, сделаем. Нормально, подловил. Сколько там? Вот он и подловил. Килограмма 3,5. Мелкий мотыль? Мелкий мотыль. Сенсас наверняка, стопудово. Попробуй. Сенсас рулит. Да вон, белый, это что? Не знаю. Ты его килограмма 3 поймал. Если есть. 2,800. Мало. Представляю. Да трешка. Пару килограмм. 2,450. Трешка. 2,450. 2,570. Потом бутылок. 2,800, 2,600, 2,900. Слушай, ты кастера не валишь, да? Валю. Помогает? Ну, если что-то? Не ну. О, да. Ну такой. О! О, молодец. Говорим, успел. Сильно упирался? Нормально так. То есть, ну, слышно было, вот, понимаешь, сразу раз, такой мощный толчок. Понимаете, вот он раз, вроде маленькая рыбка. Потом опять так, оба. Она говорит, даже окунь. Я говорю, окунь, наверное. Потому что вот такие мощные подтяжки, но видно, чувствуется, что рыба не крупная. Достаю, а там червяк. Оп. Третий день тренировок. Сидим по центру в таком вот заливчике мелководном. Клюет слабо. Подлещик, плотвичка. Там итальянцы рядом с нами, с той стороны. Здесь опять англичане. Тоже посасывают. Смачно посасывают. Но вот немцы там на вчерашнем английском месте херачат. Наши там где-то шпионят. Видно карп. Наконец-то карп. Да ладно. Давай я сейчас достану и зачеркну это все хозяйство.